Современный детский игровой комплекс установлен во дворе новостройки на улице Крылова, 113. И помимо горок, качелей и перекладин, у ребят для игр был еще и мусор, пластик, пакеты и даже стекло. Почему родители не обращали внимания на то, что дети играют на площадке, которая больше похожа на мусорную, непонятно. Еще один вопрос к собственнику многоэтажки. Прилегающая к дому территория захламлена.